Иди, ты пришла? Да, брат. Аслым, не заставляй дядю сомневаться. Он ничем не знает, ты ведь знаешь. Хорошо, матушка, ты не переживай. Аслым, добро пожаловать. Привет, дядюшка. А что с лбом у тебя случилось, Аслым? Небольшое происшествие произошло. Я пойду руки вымою и приду. Да, Хедия? Давай, рассказывай. Кто бы что ни говорил, меня это не волнует. Для меня ты самое главное. Когда я подумала, что могу потерять тебя, я дышать не смогла. Все обрушилось для меня. Я сказал себе, неужели я больше никогда не вижу свою прекрасную доченьку? Неужели я больше никогда не смогу понюхать ее? А мне было очень страшно, когда я представляла, думала о том, что я больше никогда не вижу тебя, мама. Уже это не важно. Не переживай, дорогуш, хорошо? Надеюсь, Аллах будет доволен Нозаном. Он привел мне мою дорогую доченьку. Ты не волнуйся, матушка. Я поговорю с Узаном. Мы с ним больше не будем разговаривать. Больше не будем дружить и больше не будем общаться. Узан человек гордый. Но он выслушает. Не будет проявлять неуважение. Если я скажу ему не разговаривать, он больше со мной не заговорит. Посмотри-ка ты на меня. Ты сильно любишь этого мальчика? Моя дорогая доченька, неужели ты впервые влюбилась? Всегда улыбайся так хорошо, всегда будь счастлива. Ну, значит... Аслым тоже нравится Озан, не так ли? Боже мой, а? Вот она, молодость. Кровь кипит, конечно. Клянусь, так и есть. Иди, а ты... А что изменилось? Ты была против этого, не хотела, чтобы они встречались, либо общались и так далее. Ты как-то будто смягчилась. Да я не смягчилась просто. Но они ведь любят друг друга, как я могу помешать им? Ты не сможешь им помешать, матушка, не сможешь. А если попробуешь им помешать, чувства только разгорятся сильнее. Ты не смотри так. Вот он цвет такой чокнутый, но... Он парень честный и мужественный. Это так, но... Я не знаю, как они будут вместе, понятия не имею. Но ты подожди, не гони, дорогая. Пусть они поучатся вместе. Пусть они лучше узнают друг друга, поймут натуры друг друга и так далее. Сядь, девушка, на лошадь и скажет, давай поскорее. Ну не говори так, сестра. Им это кажется игрой, они вместе гуляют, развлекаются. Но что будет дальше, когда это станет более серьезным делом? Моей дочери будет грустно. Они ведь не подходят друг другу по уровню. Ну то есть госпожа уже сейчас нормально относится, но... А если потом будет не так все? Ее муж и так будет против этого. Аслым и так очень расстроилась. Не хочу лишать ее такого счастья. Не лишай, не лишай. Кажется, я прервал наши сплетни, однако я очень голодна. Есть что-нибудь покушать? Посмотри, вот там есть курабия, дорогая. А я пойду. Уберусь хорошенько в том доме, который мы недавно арендовали. Ой, Хеди, знаешь, что так совсем не пойдет, а? Мы же так прекрасно жили здесь все вместе. Матушка, давай я помогу тебе. Хорошо, доченька, поможешь мне. Подожди, я сумку возьму. Ничего, сестра, ничего страшного. Тут же недолго идти. К тому же мы теперь всегда будем в Анкаре. Ну, что поделать. В таком случае я и разберусь с едой, и тоже пойду вам помогу. Хорошо.